И все. Тебе. Взять ведро воды. Да не одно.
было взять ведро воды. Да не одно. О, спасибо за Хорошо. В кратере еще много дел. У нас еще есть дела. Сейдер до сих пор в кратере. Надо их упаковать. Пора.
Если глаза меня не подводят, это олень лета. Тут жарко или это мой горячий темперамент? Нет, это ты, олень. Может, пойдем уже? Вроде это все. Поздравляю. Ты спас 9 миров от гибели в зарослях. И еще ты вроде как спас мою шкуру. Хотя это вина пакостника. Это не было целью. А мне и не важно. Мы молодцы. Как будет время, надо бы заглянуть к Рототоску. Так вот куда вели следы. Здесь был ящер. Этого я и боялась. Ящер способен за считанные зимы истребить на этой земле все живое. Это что, клетка? Похоже на то. Этот кристалл стоит окунуть в пруд, а?
Эффективно и отвратительно. Вернемся в драконье логово. Может, десерт? Нет уж. Yeah!
Жаль, пришлось прервать трапезу. Ну вот и все. Теперь в этом кратере больше нет драконов. Может, теперь начнется исцеление? Это дело не быстрое. Могу помочь? Сейчас будет магия. Yeah!
пробью твои стрелы! Кратос, там что-то есть.
Кратос, там что-то есть. Oh!
начал наслаждаться. Ну как, твои разобрали? Твои не дома. Все доделываешь, молодец. Прекрасно! Дендрологическая катастрофа девяти мирам больше не грозит. Уж и не знаю, как вас благодарить. Может, хотя бы этим? Спесивец считает, будто избежал наказания, потому что вы исправили его ошибку. Конечно, он глубоко ошибается. Его ждут серьезные неприятности, как только я придумаю, как наказать кого-то с таким совершенно непробиваемым самомнением. Так, что же нам еще обсудить? Мы встретили другую твою эмоциональную проекцию. Дерганная такая, даже не представилась. А, наверное, невротик. О, нет. Почему вы говорите обо мне? Что я сделал? Каким дерьмом они тебя поливали? Ужас. Что? О, нет, о, нет. Не было такого. Постыдись, пакостник. Это точно? Да, невротик. В нашей беседе не было ничего оскорбительного. Я едва успел представить тебя нашим друзьям. А, люди! Ну, как-то так. В общем, до новых встреч. Понимаешь, у нас других дел полно. Тупицы, розы.
Могилы светлых эльфов. Целый мавзолей. Убивали своих, защищая тайны. Жестоко. Да, но если тайны будут раскрыты, может, старые раны начнут затягиваться.
Вот и он, тот, кто усмирил... Так ты всегда был неестественно огромной бессмертной белкой, или... Мою красоту забыл упомянуть. Нет, когда-то я был обычной белкой. Такого же размера, как эти мои призрачные двойники. Я был заурядным. Однажды я попался хищнику, и тот день должен был стать концом моей и так недолгой жизни, но я наткнулся на древо. А у древа были другие планы на такое незначительное существо, как я. Но я слишком долго о себе болтаю. Я оставлю вас, господин Кратос. Прощайте, мастер Кратос и соратники. Уходи! Благодарю. Я понимаю, неуютно здесь без них двоих, но, думаю, Брок был бы рад, что вы вернулись. Я уверена, что Синдри, где бы он ни был, будет благодарен, если вы будете прибирать за собой. Фрей? Знаешь, что хочешь?